Но кто не знает, что юмор продлевает жизнь? Для подписчиков канала «Влюбленные в путешествия» мы подготовили юмористическую выборку из словарей языков мира. Путешествуя в новую страну, очень важно выучить основные фразы на местном языке. Даже 20 пунктов в личном словарике будет достаточно, чтобы не растеряться в незнакомой обстановке, проявить вежливость и найти новых друзей. У заядлых путешественников обязательно должен быть блокнот с такими словечками. Например, если вам нужно послать кого-то на огород за овощами или зеленью, говорите как испанцы: «Сходи-ка на хуэрте». Когда вам не нравится какой-то товар, говорите по-китайски «нахуй тю», мол, заберите обратно. Радует и шведский. Пирожное звучит как «кака». А если вы окажетесь в Польше, не удивляйтесь, магазин – это склеп, а врода – красота. В Эстонии, когда выпивают, говорят «тервисекс», в Украине – «будьма». Особенно позабавит вас чешский. Например, «перделка» – это на чешском «подруга». Вот как бы пела Ирина Грибулина. «Перделка моя». Перделка. Невестка – это проститутка, а стул – это стол. Здесь важно ничего не попутать. Позор – это внимание на чешском. То есть можно увидеть такую надпись: «Позор на пса, осторожно, злая собака». Объявление «девки даром» при входе в клуб означает: «девушки за вход не платят». В общем, слов, которые могут развеселить даже самое скучное путешествие, очень много. Главное – это позитив. Поэтому путешествуйте, от путешествий только польза.